Украинский журналист Дмитрий Гордон в четверг 8 июля ужаснулся состоянием поездов железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця». Дизельный двигатель в своем мощностном ряду пока не конкуренции. По его словам, огромное количество поездов в 21 веке в цивилизованной европейской стране не оснащены кондиционерами. Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине без кондиционеров. Поезда нагреваются до 44 градусов внутри. Высказался журналист в эфире телеканала «Украина-24». Государственный перевозчик, который должен приносить доход в бюджет, является насквозь обуточным, добавил Гордон. По его словам, в «Укрзалізниці» вор на воре и ужас. Журналист заявил, что комиссия Верховной Рады, занимающая аудитом «Укрзалізниці», оценила состояние компании как преддефолтное. «Все изношено, распродано, украдено», указал он. При этом количество грузовых и пассажирских перевозок резко сократилось. Пути оказались разбиты и не могут справиться с потоком. Их следует заменить, а поезда – сплошная рухлядь. Перечислил Гордон главные проблемы в этой области. Даже в элитных поездах, таких как Интерсити, в первом классе пахнет туалетом на весь вагон, пожаловался журналист. Он уверен, что никаких реформ в «Укрзалізниці» так и не проводилось. Однако члены наблюдательного совета предприятия, по его словам, получили миллионы гривен. Большинство подвижного состава украинских поездов от 30 до 53 лет. Его производили еще в советские времена. Общий показатель износа превышает 90%, а подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации.